Вони є джерелом світла й енергії, можуть накопичувати і зберігати інформацію, можуть лікувати або хворіти самі, а також позитивно чи негативно впливати на здоров'я своїх господарів. Все це – характеристики коштовного та напівкоштовного каміння. І саме про нього ми будемо сьогодні говорити. Це програма «Енциклопедія здоров'я», я її ведуча Ірина Карданова. Вітаю вас! А розповісти нам про каміння ми запросили людину, яка не тільки все про нього знає, а й по-справжньому любить його і цінує. Це Олена Віталіївна Свідко, відомий фітотерапевт, мікробіолог і натуропат. Вітаю вас в нашій студії. Бачу, ви дуже багато цікавого нам принесли. Що це, розкажіть, будь ласка. Ну, я взагалі написала 50 книг, і от дві о них, собственно, о ліченні драгоценними камнями, кристалотерапія. Я изучаю и влюблена в камни. Это вообще такая каменная болезнь. Поэтому и украшения, и, собственно говоря, это терапия души. Тобто це все лікувальні каміння? Не только. Ага. А ну, розкажіть, наприклад, от я бачу такий великий, але він ну, такий ніби звичайний, хоча щось блищить там. Ну, я... Думаю, что вообще это пирит. Угу. Камни – это огромное царство, у которых есть гномы, которые, собственно, управляют камнями. И, конечно, каждый камень – это большая тайна, про которую очень многие женщины даже не знают. Не знают, как правильно выбирать камни, как правильно, чтобы им дарили камни. И вот это, этому всему нужно учиться в течение жизни. От ми зараз дізнаємось про це, так я розумію? Взагалі-то зараз вже не дуже вірять у магічні якісь властивості коштовного чи напівкоштовного каміння. Але раніше наші пращури, вони ж вірили і навіть легенди складали. От є у вас якась улюблена історія? Я думаю, що вірять в магічні свойства дуже сильно. Сучасні люди. Конечно. Угу. И я могу сказать, что, наверное, самая такая красивая легенда, самая древняя, это про священный камень Чентамани, который находится в Шамбале. Угу. Это огромный метеорит, вот типа такого, как это камень, который прилетел с Ориона. Это легенда, возможно, но я думаю, что это быль. Потому что этот камень от того, как на планете Земля все происходит, камень может сиять, менять свои свойства, и он находится в башне Чунг. Угу. Взагалі, от ви вірите, що каміння і кристали здатні здійснювати бажання, наскільки я знаю. Так, ви вірите? Конечно, да. А на чому ґрунтується ця от віра? Во-первых, камень имеет очень большую энергию, и каждый камень который, вот, например, это флюорит. Флюорит. Угу. Это камень 22 века. Это нативный кристалл флюорита, который влияет на научно доказано, поскольку я научный человек. И вот такой вот камень влияет на правое полушарие мозга. И если такой камень, например, просто на тумбочку положить, он будет давать очень позитивные сны, будет связывать нас со Вселенной. Но вообще я начала свои разработки для космонавтов в космоцентре, когда нужно было на орбиту давать камни и такие, как мы говорили, волшебные палочки. И перед этим ученые сделали абсолютно четкие эксперименты. Вот я их разрабатывала, эти специальные, как акупунктурные иголки, потом их заряжали, и потом вот этими, собственно, кристаллами по определенным акупунктурным точкам космонавты могли снимать боль головы и так далее. И вообще первые акупунктурные иголки – это кристаллы, которые находили просто в природе. А взагалі оце каміння, де його можна знайти? Чи це кристал? Це кристал, дуже рідкий, флюоритовий кристал, вони бувають різних. Кольорів різних, може? Різних цвітів, може бути розовий, може бути жовтий, флюорити можуть бути різні. Але це нативний бразильський кристал,
которые используются как раз для так называемых психотехник, мы сказали, вот для желаний. Тобто его вырощивают специально? Нет, это натуральный. Ага. Он вот так вот рождается в горах в Бразилии, так он растет. А, добре, тоді розкажіть, будь ласка, як підібрати собі правильний кристал, так, щоб він всі бажання виповняв? Ну, взагалі, підбирають по-разному. Підбирають для того, що необхідно. Опитні люди, от врачі, з якими я дуже дружу, коли бачать мою колекцію, ко мені говорять, ну, це ж гомеопатія, тому що кожен камінь содержит определенный микроэлемент. Вот это, например, это чароид. Угу. С реки Чара в Сибири. Якось с чарами повязано? Конечно. Почему с чарами? Потому что этот камень имеет в себе литий. Угу. А литий – это микроэлемент, который конкретно влияет на психику. Видите, какой он красивый? Он такой фиолетовый, очень такой красивый фиолетовый. И вот если такой камень, 30 грамм, его вечером погрузить в воду, и потом эту воду утром пить, то у человека будет хорошее настроение. Литий – это сильнейший антидепрессант. Угу. Просто потримати в воде, а потом воду выпить? Да, конечно, потому что как только мы что-то кладем в воду, вся информационная среда уже там. Но я вам принесла, вот, наверное, самое древнее, что я могла принести, это кусочек окаменевшего дерева. Это деревина. Угу. Вот. Я потримаю. Ну, так ніби камінь. Вот, видите, это уже воно таке довго-довго вот так, как дерево растет. Угу. Воно також має якісь властивості лікування? Дерево имеет очень хорошие защитные свойства, тоже ним лечат. Это ну, я вот просто для красоты дерева держу. Угу. А также, если мы говорим, как подбирать камни, камни, конечно, тоже могут быть женские и мужские. Есть женские камни, вот это родонит, угу, который содержит марганец. И этот камень очень хорошо лечит, если его прикладывать, скажем, даже в область яичников, угу, он бактерицидно, пластиночки, еще Клеопатра, если мы говорим, очень давно использовала камни для различных средств, как для лечения, скажем, делали пластиночки просто вот родониты такие, такие они могут быть более яркие, менее яркие. Яшмарлец. Угу. Мы лікувались, так? Конечно. Поскольку марганец, он бактерицидный. Поэтому все, что мы прикладываем на кожу, через 2 минуты уже в крови. И такие пластиночки родонита резали и прикладывали для лечения женских болезней. А от я знаю, що для кожного знаку зодіаку також є свій камінець, або цілий набір може. От як його підбирати? Може якось за властивостями, за характерами знаку зодіаку, чи як підбирають? Взагалі за свою життя вот таких, от, скажімо, підбор камней по знаку зодіака є. Але дуже багато різних. От в своїх книгах я теж пишу, як правильно подбирать, и вот даже эти акупунктурные иголочки, о которых я говорила, и волшебные палочки, все вон это... Вон и камни, так? Да-да-да, угу. Все это тоже существует. Вот. Но вообще можно пользоваться по знаку зодиака? Например, у меня по знаку зодиака бирюза. И когда-то Ванга сказала, что я, поскольку я лечу, должна на себе иметь 9 кусков бирюзы. Но в каждый день мы должны по астрологическому зодиакальному кругу менять камни. Например, понедельник – это знак Луны.
Так, який камінець? Поэтому мы берем и одеваем на себя все белые камни. Белый, добре. Жемчуг, бриллианты, вторник. Это Марс, и поэтому во вторник мы берем все красные камни. Среда – это Меркурий, и поэтому мы подбираем камни всех цветов. Четверг – это Юпитер, и поэтому мы будем пользоваться только фиолетовыми камнями. А пятница – это суббота. Пятница – это пятница, это у нас Венера, и поэтому нас будут интересовать зеленые камни. Угу. В субботу мы будем одевать черные камни, а вот в воскресенье у нас будут все красные. Угу. Неділя червоні камінці. Угу. А от як взагалі жінці вибирати каміння для себе, от для прикрас? Може щось можна з чимось поєднувати, щось не можна? Чи можна все начепити, все червоне у неділю надіти, ні? Є якісь правила? Є дуже багато правил. І саме серйозне правило, звісно, добре, коли вам щось дарять. Угу. И дарит добрый человек. Потому что каждый камень имеет свою энергетическую подоплеку. И я начинала свою научную деятельность с того, что я камни и кристаллы снимала так называемой кирлян-техникой. И у меня есть еще много снимков, может, я когда-нибудь их привезу к вам. А что когда, это за техника такая? Когда снимают ауру камня. Угу. И вот это очень важно, потому что мы, собственно, с этой аурой соприкасаемся. Когда мы одеваем украшения, желательно, чтобы камень был прозрачный, открытый. Чтобы он до шкиры. Вот мы тогда как раз пользуемся этой аурой. Угу. И если мы вот даже сейчас бы посмотрели под микроскоп, вот я потерла, и на моей коже остались кристаллы кварца. Угу. Какие-то малесенькие. Конечно, это гомеопатическая доза, но это очень важно. Угу. А мы вот казали про жіночі каміння и про чоловіче каміння. А яке чоловіче? Це щось таке більш чорне, більш таке важке, ні, має бути? Не обязательно. Существуют так называемые камни целевики. Так, що це означає? Это и рубины, это и бриллианты. Это и сапфиры, которые дают мудрость. Но если человек знает, то это очень важно. Это и кристаллы кварца. Угу. А можно убирать вот так вот? Бачу, как камень разные лежат. И я вот, вот мне вот этот подобается. Вот. Я его беру и вот и ношу, так? Оце навіть тоді буде моє каміння. Чи ні? Чи це не показник? Вот это как раз самый правильный способ. Угу. Потому что я иду по Андреевскому спуску, где столько камней, вот, особенно где, когда привозят вот, День Киева, я просто иду наслаждаться. И камень выбирает меня. Угу. То есть вот, я помню те камни, которые я в своей жизни не смогла купить. Я помню, я приехала в Индию, и когда нам меняли там какие-то гроши, я помню вот, замечательные, удивительные аквамарины. И я всю жизнь помню вот это ожерелье из аквамаринов, которое я не купила. Але дуже хотілося, так? Ну, вообще, аквамарины – это камни ясновидящих. Mm-hmm. Это камни, которые могут быть достаточно редкими и дорогими. Вот, собственно, иногда камень выбирает тебя. И ты чувствуешь, что вот тебе нужно, тебе хочется в этот период вот именно этот цвет. Или вот ты за ним, как женщина говорит, тужишь, да? Угу. А иногда камни, вот я об этом пишу тоже в своей книге. Вот. Целовика книга, как вот, называется? «Секреты натуропатии». Угу. Что камни могут быть и негативные иметь аспект. Вот, это же небезопасно. Можно взять, а потом да, страждать. Да, вот ко мне как-то пришел врач один и говорит, спасай мою дочку. Я говорю, а что ты ей подарил недавно? Говорит, я у бабушки купила очень дешевый бриллиант. И теперь у дочки такие проблемы, такие. Я говорю, ну, правильно, все сильнее всего бриллианты накапливают
болезни, негативную энергию. И теперь, говорит, все распадается просто ужасно. И вот это те системы, которые необходимо очистить. Или приходит пациент и говорит, вот бабушка умирала, подарила мне брошечку. Теперь я болею точно так же, как бабушка. И никогда нельзя камень, который вы купили, который... вот это та магическая сила, которая может быть очень... Небезпечна, так? Конечно. А що треба зробити, коли ви купили, ну, не нове каміння, а хоча звідки ми знаємо, нове воно, носив його хтось до того чи ні? Ну, конечно. Що зробити треба з ним? Як очищити? Ну, прежде всего, хоча б помити. Водою просто. Хотя бы. Угу. А вообще с камнями есть очень много ритуалов, о которых я пишу. Угу. И есть мои курсы, есть очень много. Я по камням учу. И это достаточно серьезная наука. И обкладывают серебряными палочками. И показывают солнцу, если это камень солнца. И показывают луне, если это камень луны. И это тоже зодиакальные все знаки. Это очень большая наука в самом деле. А чи є різниця між талісманом і оберегом? Конечно, конечно. В чому ця різниця? Оберег, например, очень многие женщины знают, что можно носить турмалин, просто бросить его в сумочку, и турмалин будет оберегом, потому что черный турмалин это самый лучший оберег. Он просто негативные энергии, которые идут, он их отправляет, как мы говорим, в тартарары. А вот талисман, я получила первый талисман как посвящение от своего учителя. И я его ношу, потому что это дает очень большую защиту и дает силы. Поэтому талисманы изготавливают для конкретного какого-то дела на счастье, на здоровье. А що таке лікувальна літотерапія? От мені цікаво. Это действительно очень хорошо работает. И как раз больше всего вот про лечебные свойства камней. Тобто літотерапія – це лікування каміння? Конечно. Писала святая Хильдегарда. И она получала свои рецепты от Бога. И когда-то, вот уже, наверное, лет 10 тому назад, я получила такой красивый красный конверт. И тогда как раз вышла первая книга по святой Хильдегарде моей. И мэр города Бингена приглашает меня, говорит, Елена, мы вас очень ценим. Мы знаем, что вы написали эту книгу, если вы хотите пожить в монастыре. И вот я попадаю в монастырь святой Хильдегарды. Хильдегарда давала настолько интересные рецепты, которыми сейчас пользуется вся Европа. Например, такие сложные болезни, как эпилепсия. Хильдегарда говорила, возьмите вот белый агат. Вот видите, что это Богородица. Точно, да? Схоже. Вот, белый агат. И в полнолуние положите его в 3-литровую банку с водой. Ночь настоять, и потом, если вы будете пить эту воду и на этой воде варить потом в течение 3-4 дней, то эпилепсия будет уходить. Почему? Вот все эти рецепты, они доказуемы, потому что такой белый камень содержит очень много кальция. И всегда такие приступы, как эпилепсия, они связаны вот как раз с недостатком кальция. И у Хильдегарды были, например, очень интересные рецепты. Она говорила, что узлы на щитовидке замечательно рассасываются белым кристаллом. Для этого нужно утром взять белый кристаллик, послюнить своей собственной первой слюной и потереть свой узелочек на щитовидке, представляя, что он полностью рассасывается. И це працює? Ну, это правда. Цим рецептом вже понад 800 років, так? Ну, да, это очень старинные рецепты, но главное, что Хильдегарда лечила короля, и тогда уже она доказала, что она получает эти рецепты по ченнелингу от Бога. Угу.
А якщо не секрет, що за каміння у вас от зараз ми бачимо червоне? Ну, це взагалі у мене різні камні. Тут є чорний. І це Black Star. Це камінь, який дає прямую как бы связь. Зв'язок з космосом. З космосом, да, вот это все. Вот это гранаты, рубины, которые являются оберегами, дают женскую силу, влияют на кровь. То есть это все очень интересно. От я якраз хотіла спитати про каміння, яке дає жіночу силу. От можете назвати, ну, 5 таких? Бриллианты. Ну так, вы знаете, почему вот королевы носили на голове такие красивые короны? Так, чему? Вот с бриллиантами, с сапфирами. Потому что если вот одевали на голову, то, конечно, это очень большая сила, которая притягивала вот вселенскую мудрость, энергию. Сапфиры, особенно звездные сапфиры, которые я всем рекомендую для мудрости. Вот, как раз это удивительные камни, которые я тоже очень люблю, и их можно использовать для молитвы, для медитации, просто для женской мудрости. Я бачу, у вас бурштин є. Він дає які нам властивості? Вообще янтарь, конечно же, это очень древняя смола. И янтарь можно бросать вот просто в водичку, и он будет давать янтарную кислоту. Еще лучше янтарь в водку, мелкие кусочки янтаря, и тогда это будет... А настоянка будет? Конечно, это будет просто чистая янтарная кислота. И ученые доказали очень много, Токин работал, и другие ученые... разрабатывая такие вещества, которые бы давали энергию и силу. И вот янтарная кислота, вот, которая как раз будет выделяться с водой, не очень, а вот с водкой будет, это самая сильная омолаживающая и дающая энергию, прямо влияет на АТФ. Поэтому это очень серьезно. И а как ее выкористовывать еще... потом? Втирать их в обличье? Вообще и втирают, и носят. И древние патриции даже 2 камушка вот, в руках все время терли, потому что в каждой клетке идет активизация всех процессов. А вот еще во время Второй мировой войны, когда искали что-то такое, чтобы вот для солдатов, чтобы 24 часа быть, идти в бой, да, то янтарная кислота была на первом месте по активизации АТФ в клетке, то есть чистая энергия. И мне очень жалко, что врачи где-то как-то умалчивают, что бурштиновая янтарная кислота, которая продается в аптеке, очень хорошо лечит сердце, суставы, щитовидную железу, не очень сильно афишируется, потому что это недорогое вещество. Но янтарь действительно очень полезно носить. Считают, что для щитовидной железы, да, полезно. Но я не заметила так, чтобы щитовидная железа уменьшалась при ношении янтаря. Хотя все бабушки это используют. Но когда мы одеваем ожерелье из янтаря, то оно трется по коже. И вот именно вот это трение о кожу в каждой клетке, в том числе и в щитовидной железе, дает вот эту энергию, и действительно очень, очень полезно. Хотя для лечения щитовидной железы вот как раз не только янтарь, но и лазуриты, вот такие синие лапис-лазуриты, очень полезны. Вот по тибетской традиции лазурит относится к 5-му элементу, кто как бог. И это тот камень, с которым тоже очень много ритуалов, очень много мантр, молитв. Это священный буддийский камень, вот лазурит. Это тоже багдашанские лазуриты. А от что вы порадите в якости оберега для дома? Есть такое камень? Да, если бы вы попали ко мне в кабинет, вы бы увидели, что у меня есть прямо при входе стоят такие, я говорю, это охранные собаки. Это черный большой камень, он вот такой вот огромный. Потому что и второй такой же розовый кварц.
Они стоят по правую и левую сторону, и когда вот человек заходит, приходит много разных людей, пациентов, никто не приходит что-то хорошее рассказать. И вот как раз-раз глазки на этот камушек наталкиваются. И я периодически его очищаю, ставлю определенные знаки. И для дома, конечно, могут быть как кристаллы кварца, могут быть и черные турмалины, но опять-таки это техники, которые должна хозяйка знать. Ага, тобто ви нам не розкажете. Надо учиться. А можна почитати у ваших книжках? Да, можна почитати. Угу. Вот такая вот книжечка по кристаллотерапии, она удивительная, потому что я даже здесь, в этой книге, описала, вот каждый камень, он имеет еще свой знак. Угу. И вот эти те знаки, которые мы можем наносить, на камінь, і це очень... Це буде збільшувати його силу, конечно. Так? А у вас же взагалі великий досвід вже лікування, саме камінням, в тому числі, так? Ви знаєте, як потрясаючі камінні масажі, коли камні теплі. Ну, от я не тільки об'їздила всіх наших українських бабушек, я также являюсь ученицей тибетского ламы. И какое было удовольствие, когда мне на поясницу через полотенце положили горячий камень. Это было великолепно. И вот у меня есть много инструментов специальных, например, для лечения почек. Вот это нефриты. А нефрит еще, начиная с императоров, третьего века использовали для лечения почек. И через нефритовые пластиночки даже разговаривал нейрон, чтобы не заразиться. Угу. Небо такая маска, да? Да. Так вот, есть у меня кусочки такие, которые я нагреваю, и пациент приходит, говорит, что я не делал? Пока я не полежал на твоих горячих камнях, мне не полегчало. Нефрит, вот такая пластиночка тоже для массажа. Берутся специальные масла и прямо по почкам массируются. Угу. Вот это очень хорошие тоже техники. Это массажные техники. Есть много таких вот палочек драгоценных, такого инструментария. В том числе, вот, например, пирамидки, которых мы знаем, что существует 7 чакр. И на каждую чакру идет свой камень. Угу. Так вот иногда я, когда пациента, я делаю массаж или лечу. Вот у меня таких пирамидок много. У меня вообще огромная коллекция. Приходите ко мне в кабинет, посмотрите. А это какое камень? Это яшма. Яшма. Это яшма. Угу. Это как раз вторая чакра. Но вообще сама форма пирамидки, вот они выставляются или по спине, или вот по передней, срединам и меридиану, и поющие чаши, или музыка, или медитация. И тоже идет очень хорошая очистка, подзарядка. А у нас дивляться багато ділових людей, а чи є, може, якесь каміння, яке можна от носити при собі, і щоб були гроші, щоб везло в цьому? Вообще, камінь мільйонерів – це жовтий топаз. Запам'ятаємось. Да? Запам'ятаємо. Вот. Жовті топази, які можуть носити мужчини. І жовті топази якраз добувають в Україні. У нас удивительне місторождення, де і беріли-целевики. Беріл-целевик. І голубі топази – це теж мужський камінь, як і женський. Тому це можна використовувати. Угу. Дякую вам, Олено Віталіївно, за цікаву розмову, за гарний настрій, який ви нам подарували. Нагадаю, що сьогодні наша гостя була Олена Віталіївна Свідко, відомий фітотерапевт, мікробіолог і натуропат. Я на цьому з вами прощаюся, бажаю всього найкращого і до зустрічі у програмі «Енциклопедія здоров'я».